Поликлиника Павловской ЦРБ на улице Советской встречает пациентов новым фасадом. Здание 1939 года постройки в последний раз ремонтировали примерно 40 лет назад. И вот, наконец, внешний облик удалось обновить. Спасибо программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здесь был раньше основной лечебный корпус. Сейчас это, я говорю, еще раз одна из наших поликлиник. И, конечно, вот так вот его отремонтировать, а мы перед этим проверили это здание, что есть в хорошем состоянии фундаменты. И сейчас, я думаю, что на уровне мировых стандартов сделано. Работы обошлись в 23 миллиона рублей. На эту сумму в том числе удалось отремонтировать коридор лор-отделения и 4 кабинета. Даже просто проходить, и глаз радует. Потом я считаю, что все-таки мы такой выбрали жизнерадостный цвет стен. Зелень напоминающая, да, то есть лето, солнышко. И пациенты, и работники, конечно, отмечают положительные эмоции. Да. Но это еще не все. По программе модернизации первичного звена здравоохранения приобрели новое оборудование. На сумму 36 миллионов рублей в том числе закупили современный флюорограф. Его лучевая нагрузка в 10 раз меньше аналогичных препаратов, а снимки получаются детальные, высокого качества. Появилось и 4 новых аппарата УЗИ. Помимо четкой картинки, они позволяют проводить широкий спектр обследований. Вот картинка, изображение очень четкое. Здесь видно, что патологии у вас нет никакой. Ну и на этом точку ставить рано. Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения до 2024 года в Павловскую ЦРБ поступит более 315 миллионов рублей. Так что в ближайшем будущем обновление продолжится. Служба информации, Елизавета Виноградова, Вячеслав Орлов.